В Магадане готовится к выходу 104-й номер старейшего печатного издания Колымы. Альманах «На севере и дальнем» выпустят ко дню города. Тираж составит 200 экземпляров объемом в 20 печатных листов. Литературу для издания предоставила областная писательская организация. Стихи и проза посвящены северу, колымчанам, краеведению. Мы не берем деньги с автора, а другие журналы берут. И мы их печатаем охотно, особенно если на темы близкие нам, ну, какие-то проблемные материалы, материалы становления русского языка, особенно нас в последнее время интересуют, материалы истории. Первый номер «Альманаха на севере и дальнем» увидел свет в 1955 году. Издание выходило ежеквартально тиражом в 5000 экземпляров. После распада Советского Союза финансирование «Альманаха» прекратилось. Почти 10 лет журнал не издавали. Возродили его в 2002. В этом году финансовую помощь оказывает мэрия города.